А происходит у нас следующее. Ввиду того, что здесь находится самая нижняя точка участка, отсутствует линия дренажа, она присутствует вот здесь, в холму. Поэтому это основание остается в плоскости, а это основание поднимается и опускается. Потому что идет цикл заморозки-разморозки, снег оттаивает, вечером минус, и у нас происходят вот такие нюансы. Но когда здесь основание полностью оттает, вода осушится, здесь все это вернется на свои места.